Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале и в моем новом влоге. Только я понять не могу, почему волосы у меня как-то странно лежат, зализаны как-то странно. Вчера вроде делала укладку, утюжила все это дело, ну да ладно. В общем, с минуты на минуту должна прийти айсельчик и еще должны привезти роллы от Japan's Garden Sushi. Я беру очень часто у них. И если честно, я не экспериментирую, не выбираю новые доставки. У меня в Инстаграме очень часто выплывает реклама. И вы знаете, несколько раз было такое, что я заказала и была в шоке просто от этих роллов. Они были либо маленькие, либо корявые, либо это просто был рис. А на фотографиях, смотрите, такие идеальные, такие классные. Вот, поэтому я как бы выбрала доставку, которая мне нравится, и постоянно беру именно у них. Вот, так что сегодня будем с ними снимать, радоваться жизни, обжираловка, то, что вы любите. Я спускаюсь вниз за роллами, Айсель уже пришла, она у меня, я забыла вам ее заснять. Сейчас быстренько спущусь, возьму роллы, нужно все это дело разложить и приступаем. Я настолько голодная, прям уже с утра только выпила чай с 5 Рафаэлами и все. Сейчас нажремся. Вот такие вот клевые кола маленькие. Глянем, что дальше. 3 палочки, если нам хватит. 4. Хватит. Горячее что-то открываем. Это тоже что-то горячее. Это холодное что-то. Это сет специальный для дня всех влюбленных. Если вы хотите порадовать своего мужчину, то можно подарить ему роллы. Мне кажется, это идеальный подарок. Да, это самый лучший подарок. Не да. Айсель как вчера уминала эту картошку. Я поняла, что моя подруга. Я потом в конце решила ее заснять. Думаю, господи, как ты так? Еще мне люди пишут, что я много ем. Все едят, ребят. Давай, откроем. Ой, вы горячие. Сейчас разложим и будем есть. Айсельчик уже ушла, время уже 7 часов, я опубликовала видео, вроде бы не рано, но за час уже это видео набрало 9000 просмотров. Когда я вижу такие показатели, мне реально становится настолько приятно, мне хочется творить, мне хочется постоянно что-то снимать, что-то делать. Вот иногда, когда я вижу такую отдачу, хорошие комментарии, как меня поддерживают, приятные слова, мне вот хочется в день не по 2 ролика снимать, я не знаю, по 7. Хочется с утра до вечера что-то делать, что-то снимать. В общем, спасибо вам огромное за поддержку, за подписки. Огромное спасибо. Реально, я все это читаю, вижу, лайкаю. К сожалению, не все я успеваю читать, но по возможности стараюсь. А сейчас мне нужно пойти купить себе ракутан, потому что он у меня закончился. Обычно в месяц у меня уходят 2 пачки, 2 двадцатки, так скажем. Вот. Но про кожу я вам уже не говорю. В конце засниму для вас видео. Каждый где-то месяц-полтора я снимаю для вас отчет, показываю свою кожу без косметики. И я надеюсь, что в конце, когда я вылечусь, я сниму для вас полноценное видео. И вот эти вот кусочки, которые я снимала до этого, я просто склею воедино. И будет такое полноценное видео про ракутан, про дозировку. Расскажу там абсолютно все. Купила и даже уже открыла. Здесь 30 таблеток. И стоит эта красота почти 30 манат. Это делают 1200 где-то. Но в России, насколько я слышала, смотрела на сайтах, подобная упаковка стоит 5000. Я не знаю, почему такая большая разница, в чем фишка заключается. Но вот у нас вот так вот. Причем в разных аптеках смотрела, везде одинаковая цена. А этот Виксик занимается плохими
вещами здесь. Продолжаю снимать для вас влог уже на следующий день. Я только что проснулась, по моему лицу это видно. Встала опять поздно. И хорошо, что хотя бы меня курьер разбудил. Он меня разбудил и сказал, что он уже скоро будет у меня. И мне надо будет спуститься и забрать посылку. Поэтому я встала, быстренько оделась и жду, пока он мне позвонит. Получила посылку. Вот такая вот красота. Здесь косметика от Oriflame, и это подарок от подписчицы. Как вы видите, я еще не открывала. Будем открывать вместе и смотреть, что здесь. Мне реально очень интересно. Так, распаковка, чек. Обожаю. Обожаю что-то распаковывать, особенно если это подарок. Я уже кое-что здесь вижу. Так. Ой, как здесь пахнет, девочки. Так, здесь такой вот крем для тела. Спасибо огромное. Парфюм. Как раз таки этот парфюм, кстати, я себе хотела заказать, не поверите. Дальше. Мыло. Будем пользоваться. Спасибо огромное. Я, честно, не совсем знаю, что это. Я могу ошибаться, потому что я с продукцией Oriflame не очень знакома. Но теперь у меня есть каталог, и время от времени я обязательно буду заказывать. Здесь много продуктов, и все они качественные. Я много слышала про Oriflame, к сожалению, особо не знакома с их продукцией. Тушь. Вот это вот действительно мне очень нужно. У меня заканчивается тушь. Маска для лица, которую мы сегодня вечером протестируем. И еще мыло. Так, дальше у нас здесь идет накладная. Вес, объем и вся информация. И пакетик. Распаковала аромат. Он просто обалденный, девочки. Очень похоже на нишевую парфюмерию. Я прям офигела. Думаю, что я в дальнейшем сама тоже буду заказывать. А еще сейчас протестируем вот эту вот тушь. Это у меня ресницы до. Сейчас накрашусь и посмотрим после, что у меня получится. А это ресницы после. Но я нифига не бьюти-блогер и не обращайте внимания на мои невыщипанные брови. Не учитывая все эти моменты, тушь просто офигенная. Мне она очень понравилась, посмотрите. Это еще я прям сильно не наносила. Нанесла прям вот немного. А коробку сразу присмотрел Твикс. Ему она очень понравилась. Ему сладкий, булочка мой, булочка, булочка. А это, девочки, второй глаз. Вот так вот. Я уже накрасилась и накрасила его чуть больше. Девчонки, также хотелось бы поделиться с вами информацией. Моя подписчица Зуля как раз-таки набирает команду в Oriflame. Вы получаете кучу возможностей, 23% скидка и еще плюс акции. То есть те акции, которые есть в каталоге, еще плюс скидочка 23%. Вы можете просто заказывать с такими ценами для себя, либо набирать команду, или же совершать продажи, опять же, на ваш выбор. Там при регистрации, если вы делаете заказ на 100 баллов, то получаете подарки, и заказ вам привозят прямо на дом курьер. Очень удобно. Я просто спустилась вниз, мне дали эту коробку, никуда ходить на почту, не знаю, стоять в очередях. Я ненавижу почту, вы знаете, там куча историй было с этой почтой. Если вы хотите зарабатывать, развиваться, делать карьеру, вы можете это делать в Oriflame. То есть это та компания, которая уже себя зарекомендовала, все про нее знают. И мне кажется, это неплохой старт. Если вы домохозяйка, например, да и вообще, если у вас есть основная работа, и вы хотите, например, дополнительный заработок получить, я тоже собираюсь начать, но я команду собирать не буду, я просто буду чисто себе заказывать, просто со скидкой. Продукция у них очень качественная, хорошая, еще вечером сделаем масочку. Я вам все контакты оставляю в инфобоксе, обязательно переходите, всю информацию подробную вам Зуля изложит.
Вот, поэтому, если возникнут вопросы, обязательно обращайтесь и обязательно пишите в комментариях, пробовали ли вы когда-нибудь косметику от Oriflame и как она вам понравилась или нет, пользовались вы, или, может быть, возможно, среди нас есть и представители Oriflame, обязательно пишите.